И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы на Нижнем Москве-реке. Приехали ловить леща. Неугомонный май подходит к концу. Свирепый май. Синоптики обещают не менее свирепый июнь. Со снегом, говорят, будет. Ну, оставайтесь с нами. Надеюсь, будет интересно. А вот и первый тёрк клёвый. А у нас пока не клёво. Бровочка отняла кормушечку, пока перевязались. Доброе утро, капитан. Счастливого пути. Будем ждать поклевок. Большой? Активатор клёво прошёл не зря. Воду скинули, мелко стало. Воду, говорю, скинули, подсачивать мелко. Ну вот. С почином? Да. Красотуля. Супер. Бровка, это мне мозги попортит сегодня. Ну, кто там? Ничего не понимаю. Ну ладно. Лупоглазина. Ух ты, кто это? Я не пойму. Вот это не чихонь? Нет, это не чихонь. Это типа белоглазки. Но какая-то она длинная. Зачем вы все верите? Я даже это самое. Поехали дальше. Бустерка. Да.
Ой-ой-ой. Да. Бровка. Ну и все. Выходим из бровочки, выходим. Никуда не денешься, любящая и женишься. Иди. Ну. Давайте-ка. Аккуратненько. Да. Барбосик. Ух ты, мелко, да. Мелко, ну, не подсадишь тебя никак. Заходи. Все. Ну. Здравствуйте. Колюч. Ух. Ну, здравствуйте, спасибо. Красота моя колючая. Ух. Да, скоро нерест у вас свет. Отлично. Долго это высижу. Поехали дальше. Леща. Все, посильнее стал. Опять бровка. Нет. Иди, только не на ступеньке, на крючке сидит. Иди, кто-то сидит. Да ладно, специалист. Что же мне, специалист? Ну, тихо. Все уедем. Ну вот. И вам здрасте. Тоже колючий. Ну хорошо, мамок нету. Хорошо.
Продолжаем разговор. АК-13. Ну, виновница всех наших сегодняшних неудач. И удач. Да? Сейчас такой паровоз у меня ушел. Отдай фидер, из руки вырвал. Не смог я его удержать никак. Просто отклеился, но паровоз был мощный. До сих пор никак не очухаюсь. И клюнуло. Что клюнуло? Что-то клюнуло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На деревне Пиргорой. Ой-ой-ой. 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 На деревне Пиргорой. Картинка-зинка. Другая спинка. Ну, красотуля. Здравствуйте, спасибо. Тоже паханчик. Молоканчик. Сонный-то какой? Чего днем летаете? Разлетались много у вас? Ну, отцепляйся, во, на свидос. Взял снарядик. Где копать будете? Густерка. Че, паханы кончились? Густерка пошла. Она отсюда не уходила. Я 100 раз об этой стремянке думал. Такие ляжки накачают. Ага. Что-то тяжело так. Да ладно, там трёшка. Эй, баламут какой-то. Почему так тяжело? Кормушка полная. Баламут какой-то. А почему тяжёл такой? Непонятно. Ч?
Это ты не по размерам тяжелый. Это даже шлифончик включил. А? Красавчик. Красавчик. Не беда, что пароходик маленький. Не видел такое я. И видел, не помню. Много я вас видел. Прикольная лодочка. Волну дашь? Даешь волну. Мы ловим пустую кормушку. Прикорм кончился. Поклевки продолжаются. Результативных нету. Все нервы вытребовали. Вода ушла у нас сильно. А вот и волна. Море! Ату его, ату! Ну? Знатный зверюга. О. Супер! Держу очень легко в бою. Поводок во рту, понимаешь, поводок, ты спрашиваешь? Поводок, я вижу, мычит, поводок тут во рту. Новый вязаный. Ну, да. Да, неохота. Его лучше постигнуть. Ага. Да, да. Я заклевал, я эту петлю начал делать и уже этот привязан крючок. Трехочковый? Ну, дернул, а что не выдело. В точку попал? Да? Ну, вот. Ученик. Опять какой-то буен непонятный. Ага. Ага. Ну-ну. Ну-ну. Сюда иди, сюда. Иди сюда. Да вроде сучил. Вроде сучил. Съедобный. Да? А я думал, все на этом. А нет, еще. Еще поклюю ему, да? Здравствуйте, спасибо. Колючий молоко течет из тебя. Однако вот такая вкусняшка сегодня сработала. И неплохо. Было затишье. Стоило только применить. И хороший бонус. Ну что? Она имеет право на существование. Грифеж крутит. Закончился очередная рыбалка на нашей москветике. Прикормка у меня закончилась, уезжаю домой. На пустую кормушку тоже клюет.
Замучим меня петрогончики. Ужас. Шлупонь собрался на точку. Ну, рыбалка остался доволен. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на канал, YouTube, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылки на группу будут под видео. Да ну что, это у нас свой сегодня сарбал. И наш скромненький уловчик. А, прыгай. Ну и вот она память. Супер. До свидания.